Мне вообще, да, приятно то, что народ голосовал, и из-за 12 участников прошел только я один. Столько голосов получается, я набрал больше всех. И это очень круто. Я понимаю, что остались очень сильные участники. Но все же, хоть я не знал, что я пройду, я заранее приготовил очень крутой номер. Я надеюсь, что понравится всем. Я еле как сидела, хотела выбежать к тебе и с тобой в пару станцевать. Одному выйти на сцену, танцевать и зажигать зал, это очень сложно, и у тебя получилось, молодец. Я покажу в гранд-финале то, что не было и не в кастинге, и не в полуфинале. Это будет вообще другой уровень, и другой танец там будет, который я еще не показывал. Я иду к этому уже как будто долго, хотя я еще молодой. Я настроен на победу, я почти ближе к мечте прям. Я вот родился и начал танцевать. Я вот думал только о больших сценах. Шанс всегда есть. Я знаю, что есть шанс, и я буду стараться. Sempre un amabile, leggiadro viso, impianto e riso, è menzognero. La donna è mobile, qual più al vento, muta da Что там, кайдан болас? Шымкент. Шымкенттің қыздары зың-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 
Thank you.
Далер, дорогие друзья, Узбекистан. Как настроение? Каково это быть в гранд-финале? Я был счастлив, когда я узнал, что я прошел гранд-финал. Меня поддержал мой народ. Их поддержку я чувствую до сих пор. Спасибо, что верили в меня. И спасибо также моим родителям и Умида Шуру за совет. Спасибо. Ситора, что тебе больше всего понравилось в выступлении Далера? Целый мир. Целая планета. Да, целый мир. Алаудин, а вам? Я вспоминаю слова великого Лишера Навуи, который сказал, что имеющий терпение и талант, как бы, могут создавать из листьев шелк, а настоящий мед из лепестков розы. Молодец, Далер! Спасибо, здорово. Пару слов твоим поклонникам. Спасибо всем еще раз. Голосуйте за меня. Узбекистан, Олга. Если вы считаете, что прямо сейчас перед вами победитель, то голосуйте за него. Отправляйте смс с текстом 07 на номер 5021. Далер, спасибо.